Три корпуса дома номер 41 по Петровскому проезду расположены на закрытой территории. Сейчас в небольшом комплексе проживают более 30 семей. В последний раз реконструкция зданий была проведена в 2002 году. Дома были старые, они были отселены. Значит, очень долгое время стояли без оконных и дверных проемов. И потом фонд жилища провел данную реконструкцию двух домов. Третий был построен дополнительно. Как рассказал местный житель Валерий Бодряшов, их дворовая территория давно нуждалась в комплексном благоустройстве. Географически сложилось, что мы как-то огороженная территория, и здесь благоустройством вроде бы никто не занимался. Долго спорили, кому это относится земля. Вроде здесь как бы коммерческие структуры, хотя такого нет. И было довольно, так сказать, неопрятно здесь в плане благоустройства, и мы никогда не ожидали, что вот к нам так с лицом повернется власти такой грандиозной проведет реконструкцию нашей, так сказать, вот, придомовой территории. Работы начались 2 месяца назад, и в данный момент они завершены практически на 90%. Общая площадь асфальтирования составила около 3000 квадратных метров. Осталось лишь нанести разметку на парковке. Стоит отметить, что на автостоянке предусмотрены места для маломобильных групп населения. Комплексное благоустройство проводится по программе современной комфортной городской среды. Сумма была выделена в размере около 7 миллионов на данный двор. Данный двор включает 8 обязательных элементов комплексного благоустройства. Это замена асфальтобетонного покрытия, замена входных групп в дома, контейнерный мусор, замена контейнерных мусорных площадок, устройство детской спортивной площадки, расширение парковочных карманов. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, весь перечень работ сначала обсудили с жителями. В ходе реализации данных работ было несколько нюансов. Кого-то что-то не устраивало. Ну, вы сами понимаете, сколько жителей, столько и мнений. Да, поэтому, но наши подрядчики идут навстречу, буквально прям отрабатывая каждое предложение, каждое обращение. Они хотели там мангальную зону отремонтировать полностью. К сожалению, бюджет не позволил эту работу сделать. Да, соответственно, вопрос встает еще пока по замене скамеек, потому что, ну, как бы скамейки хорошие, но у нас тут хотят именно кованые. Также совсем скоро во дворе комплекса будет обустроена детская площадка. Сейчас уже сделано основание. В ближайшее время привезут малые архитектурные формы и установят мягкое резиновое покрытие. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.